Игорек, вот не доебываюсь, ничего, просто, короче, нахуй. Это, блядь, загадка, насмехались, естественно. Вот у квадратного стола отрезали один угол, нахуй. Сколько углов осталось? Три. Правильно, молодец. Точно? Почему ты так думаешь? Значит, я четыре угла, блядь. Ну, отпилили один угол. Один угол отпилили, осталось три. Почему три? А у прямоугольного? Да, если прямоугольного. Тут геометрия чисто. У квадратного, ладно, хуй. У прямоугольного, получается, останется 4. Почему 4? Один отпилили, ебать. Ну, один отпилили, блин. Ну, у прямоугольника сколько углов? У прямоугольного, сейчас... У прямоугольника сколько углов? 4. 4. Один отпилили, сколько осталось? 3. 3. У квадратного тоже 3, да? Точно? Да, хуй, может, не точно. Подумай, ну попробуй нарисовать тогда. Давай нарисуем. Да, Игорек? Дима, мы сейчас не до этого. Дима. Да ладно, хуйня, это, блядь, детская загадка. Че такое? О, пойдет. Смотри. Вот, вот, к примеру, квадрат, да? Вот убери от него один угол. Угу. Сколько углов осталось? Ну, давай мы считаем, вот раз, два и третий. Угол ты отрезал один. Ну этот отрезанный угол, сейчас ты его... Ну давай побольше отрежем. Вот другой, так, да? Давай вот так вот отрежем. Какая разница? Вот, вот этого угла, все, нет. Сколько углов осталось? Ну все равно, блядь, остается в любом случае. Сколько? Ну не два. Не два, нет. Может ты и прав, тебя никто ничего, просто три угла, да? Ну три, получается. Давай еще раз считать. Вот это угол? Ну. 90 градусов? 90. Это сколько? Тоже 90. 90. Это сколько? 90. Вот это угол? Уже нет. Это угол, блядь? Уже нет, тебе сказали. А, уже нет, да? Уже не угол. Допустим, и второй тоже уже не угол. И это 45. Это тоже уже не углы, да? Ну почему? Угол просто остается, он просто обрезан. Сколько углов? Ну угол остается, он просто отдельно от стола. Угол-то остается, он отдельно от стола просто лежит. Не, ну все правильно он говорит, блядь. Ты угол отрезал, блядь, у тебя вот этот треугольничек просто отдельно от стола остается. Правильно? Ну так 4, да. Ну, правильно. Все, он просто отдельно от стола, он продолжает жить. Он продолжает жить своей жизнью.